Друзья, вы на канале Бабушка Шошо Игры. Надеюсь, вы уже подписались на него. И сейчас я начну играть в показ мод. Итак, игра начинается. Все мы превратились в моделей, и у нас есть всего 240 секунд, чтобы создать себе красивый образ. Я вот побегу, посмотрю одежечку. Одежечка, конечно, тут... Ой, свитерочки всякие, смотрите, серенькие, красненькие, свитерочки. Ну, хочу что-нибудь такое праздничное, на душе уже праздник. Вот, новогодний, вижу, вот новогодний, мне нравится красненький наряд. Сейчас его померю. А ничего, так вроде бы неплохо, красненькая такая кофточка. Пойду еще посмотрю, что еще есть интересного, маечки. Так, какие-то костюмчики, но они такие уж прям летние-летние. А это что такое белое? А, это юбки, вот где девочки берут юбки. А я думаю, где девочки берут такие красивые юбки? Вот хочу маленькую, коротенькую, такую красненькую, подошла бы к моей кофточке. Так, так, вот что-то я ее не вижу. А, наверное, она под большой юбкой, надо снять большую юбку-то. Юбку большую снимаем. Так, смотрите, а вполне себе ничего получилось. Мне нравится красная юбочка, блестящая красная кофточка. Хорошо, так, теперь надо скорее бежать, выбрать себе. Так, что я буду выбирать? Буду выбирать себе волосы. Волосы, так, а какие бы волосы мне выбрать? Так, сейчас посмотрим отсюда, какие причесочки есть. Причесочки, все, в общем-то все причесочки красивые, да? Сейчас померю, вот это вот подойдет мне, не подойдет? Так, ну ничего вроде бы. Длинненькие волосы, а сверху дулька, как у бабушки Шошо, я же бабушка Шошо. Сейчас выберем цвет, такой вот возьму модный, модный фиолетовый. Так. Все, хватит красить волосы, бабушка Шошо, вставай, прям по всем креслам прошлась. Так, сейчас побегу выбирать, что? Лицо, конечно, лицо, нужно же выбрать лицо. Ой, смотрите, сколько разных, как же выбрать, как же выбрать. Ой, вот-вот, смотрите, сколько их разных. Хочу какое-то такое красивое-красивое лицо. Так, вот это хочу, вот это. Что-то не берется. Почему не берется? Не взялось. Нет, а ну еще раз. Ну, жму, и не берется. А, надо подойти к нему. Ой, бабушка Шошо, надо же чтобы подойти поближе. Так, а ну-ка сейчас примерим. Да, надеюсь, взялось. Ой, смотрите, какая красотка я. Ну, мне нравится, красивая. Так, может быть, еще очки прихватить? Вот, смотрите, красные очки. Я думаю, к моему наряду, может быть, они подойдут. Так, я буду такая модная бабушка. Так, это все за денежки? А, это надо покупать. У бабушки нету столько денежек. Интересненько. А вот эти вот хочу попробовать очочки в белые. Тоже надо покупать? Нет, друзья, обойдусь без очочков. Обойдусь без очочков. Так, что нам теперь, что нам теперь? 70 секунд осталось у меня. Что мне еще выбрать? Что же мне еще выбрать? Шапочку, может быть, какую-то? А, это не шапочки, это волосы такие. Короткие стрижки цветные. Так, а здесь что? Здесь у нас шарфик. Сейчас вот шарфик с очками. Тоже за денежки. Ну все, платно. Ничего не могу себе купить. Так, ну что, что, что мне еще сделать? 47 секунд осталось. Куда мне вот шапочку бы какую-нибудь примерить? Шапочку хочу, шапочку. Так, кепочки, кепки мне не надо. Какая-то вот корону, корону бы тоже за деньги. Ну все, надо покупать, все. Нет у меня денег ни на что, останусь вот так. Ну, мне кажется, я выгляжу вполне себе даже симпатично. Мне нравится мое платьишко. Мне нравится то, что у меня дулька на голове. Я люблю, вот, когда у меня дулька на голове. Так, куда мне податься? Осталось совсем мало времени. Ну, это мужской отдел. Мужские маечки, трусики мне не надо. Ой, тут тоже, смотрите, у мальчиков есть какие свитерочки симпатичные. Так, может быть, в следующий раз к ним загляну за свитерочком. Так. Ну все, пусть будет так. Время закончилось. Так, и теперь пришло время проводить модный показ. Модный показ. Зимняя сказка. Так, сейчас мы будем наблюдать всех моделей. А вот это у нас жюри, кстати. Почему в жюри одни мужчины, непонятно. А вот этот посередине, это, по-моему, человек-невидимка. У него там место лица, пустое место. Так, первая модель пошла. Ну, не знаю. А, красивенько опять поставила ей, да? Красивенько, мне нравится. Так, какие у него волосы длинненькие. Два хвоста.
Так, следующая модель. Ой, какая она раздетая, прям вся, не знаю, друзья, ну, четверочку поставлю. Как-то холодно сейчас, снег вон идет, зимняя сказка у нас, а она прям, ну, совсем раздетая. Нет. Девочки и мальчики, когда холодно, нужно одеваться потеплее. Так, вот эта девочка красивая, конечно, но вот очки у нее, конечно, четверочку поставлю, 4. Пятерки я буду ставить своим подружкам. Так, нет, пятерки я буду ставить тем, кто мне действительно очень понравился. Вот, смотрите, какая девочка. Такая модная, вся нарядная. Пятерку ей поставлю, вся такая светленькая, красивенькая. Цветочки нам посылает. Молодец, постаралась. И получила высший балл. Так, следующая участница. Ой. Друзья, а что бы вы поставили этому участнику? Он явно не успел справиться... Она явно не успела справиться с заданием, потому что даже лицо себе не выбрала. Ну, это на троечку. На троечку, честно говоря, но без лица-то как без лица идти на показ мод. Так, о, бабушка Шушу. Так, друзья, сейчас я вот так вот пройдусь, каких-нибудь еще движений добавлю. Охо, ребята, привет! Оцените мой наряд! Красивое у меня красное платье. Так, я такая красотка. Ставьте мне 5 звезд. Так, это нам не надо. И следующая участница. Ой, ну красивая. Смотрите, какая светленькая вся, современная. О, все такое розовенькое, беленькое. Пятерочку, 5 звезд. Конечно, это 5 звезд. Так, я думаю, что как раз вот она и победит. Такая она прям очень яркая получилась. И вот еще один участник, наверное, это последний. Ну, не знаю, зимой как-то... Маска для плавания, ну не знаю, ребят, четверка за то, что свитер одела. Свитерочек, это, конечно, хорошо. Если бы не было свитерочка, то поставила бы, наверное, троечку. Итак, еще один участник, надеюсь, это последняя девочка. Так, ну красивая, симпатичная, такие волосы черные. 4 поставлю, очень черные волосы. Не знаю, как это так... Так, и сколько у нас участников много. Я уже хочу посмотреть результаты. Они все идут. Такая девочка. Ну, макияж, конечно, за макияж 4 поставлю. Мне не очень нравится такой черный макияж вокруг глаз. Я, конечно, бабушка уже старенькая. Мне такие макияжи непонятны. Я бабушка старенькая. Итак, результаты. Какие результаты? Кто победил, кто не победил? Смотрите, меня вообще нету, а вот девочка без лица на втором месте. Как такое может быть? На втором месте девочка без лица, которая явно не успела взять лицо. Слушайте, ну тут что-то... А бабушка на 8 месте только. Ой, это, по-моему, какое-то несправедливое судейство. Несправедливое. Так, сейчас я попробую. Еще один раз, наверное, сыграю, чтобы уж точно убедиться, что в моде я ничего не понимаю. Ну или наоборот. Вот, кстати, моя подружка. Она добавила меня в Роблоксе, в друзья, и мы теперь друзья. Так, вот у меня, кстати, тут две подружки. Подружки, я рада вас видеть. Так, вот давайте посидим вот здесь, вот за стоечкой, посидим, поболтаем. Привет, как у тебя дела? Все хорошо? У меня тоже все хорошо, я смотрю, ты уже такая продвинутая модель. А я только начинаю. Да, бабушка, у тебя все получится. Ой, спасибо тебе большое. Ну что, друзья, второй этап с новыми силами. Так, давайте. Начнем. А, кстати, у меня тут еще одна подружка, которая у меня в друзьях. Ева. Ева, подходи к нам. Мы тут все подружки собрались. Болтаем так вот. Был бы коктейльчик попили, а может быть чай бы попили. С какими-то печеньками вкусными. Но мы же модели, нам нужно соблюдать фигуру. Итак, друзья, игра начинается. Все мы превратились опять в эти лысенькие модели. И 40 секунд пошло. Так, я бегу. Хочу сейчас выбрать какой-нибудь классный наряд. О, свитерочек с котиком. Свитерочек с котиком мне нравится. Так, а к этому свитерочку, чтобы подошло к этому свитерочку. Так, что у нас тут есть? Какие одежки? Джинсы, я думаю, надо джинсы. Свитер и джинсы, по-моему, самая подходящая одежда. Сейчас вот эти голубенькие возьму. Голубенькие джинсы, ну-ка, как смотрится?
По-моему, неплохо, смотрите, такой свитерочек веселенький, джинсы. Так, бегу, бегу искать волосы. Волосы, конечно, это очень важно. Девочка, не толкайся, всем всего хватит. Понимаю, что времени мало, вон, смотрите, какие. Какие прически у нас тут. Вон там еще кто-то лысенький бегает. Так, 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 сейчас я что-нибудь себе подберу. Как думаете, длинные или короткие брать? Длинные или короткие волосы выбрать? Длинные, вот это, ну-ка сейчас примерю. Ой, такие длиннючие волосы, у меня никогда таких длинных волос не было. Так, а вот это вот, смотрите. Без лица это смотрится очень смешно. А вот хочу с косичкой, с косичкой. У меня в одном видео уже была такая прическа. Так, хочу, ну вот эти надо удалить, потому что у меня 3 парика на голове, вы представляете, 3. Так, один удалила, а этот почему не удаляется? Почему не удаляется? Время-то идет, пожалуйста, парик. Это какой-то парик-ловушка. Что же делать? Смотрите, он не удаляется. Так я так и осталась в 2 париках. Так, как же его удалить, а? Как же, время-то идет. Думай, бабушка, что ж, вот я нажимаю, и ничего не происходит. 2 парика у меня. Вот это да. Неужели я проиграю из этих 2 париков? Время все потрачу. Так, так, смотрите, я нажимаю, а он никуда не девается. Так, эти 2 парика у меня там что, приклеились к голове, что ли? Так, ладно, пойду в 2 париках. Ну а что мне делать? У меня нет другого выбора. Вот у меня такой вот двойной паричок. Пойду его покрашу. Надеюсь, что они оба у меня покрасятся, а не получится так, что одна часть волос будет крашеная, а другая будет не крашеная. Так, выберу себе фиолетовый. Мне нравится фиолетовый. О, слава богу, покрасились полностью волосы. Нету. Вроде бы я не вижу белых таких вот различий. Все у меня в одном тоне. Отличненько. Фух, ну хоть в этом повезло. Так, сейчас я выберу себе лицо. Какое бы лицо мне выбрать? Личико, личико. Так, так, так. Оно вот, вот может быть вот. Ну какое? Вот смотрите, как у меня получилось. Так, так, так. Вот так вот у меня получилось. Может быть, что-то другое подобрать? Может быть, какое-то другое лицо подобрать? Не, ладно, пусть будет это. А вот с очками, ну-ка, с очками. По-моему, неплохо такая. Я модная, очки у меня красные, свитер красный. Правда, волосы у меня странные, ну ладно. Главное, чтобы никто не заметил, что у меня 2 парика на мне. Так, 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 так. А то, думаю, ни одна модель с 2 париками бы не выиграла конкурс. Так, сейчас мы посмотрим, что у нас тут коротенькие волосы. Девочка с черными длинными волосами. Так, так. А, вот и мои подружки пришли. Уже смотрю, нарядные, нарядились. Да-да, ты красотка. Так, что же мне еще? Сейчас попробую, может быть, смогу снять вот этот один крашеный парик. А ну-ка, вот так, так. Так, так. Нет, никак не получается. Странно, интересно. Ребят, напишите в комментариях, у вас было такое, что вы не можете убрать вещь или волосы, что-то. Я вот, например, не смогла, так и осталась. Кстати, вот мои подружки, подружки. Ева моя, нарядная, красивая. И вторая моя подружка, вместе мы играем. Так, кстати, девочки пишут мне комментарии в Ютубе, можете найти их под видео. Так, друзья, если вы хотите добавить в Roblox бабушку Шушу, добавляйте, я всех добавляю в друзья. Чтобы найти меня, просто напишите бабушка Шушу английскими буквами, слитно. Да, да, девчонки, поставим друг другу 5. Да, да, мы красотки. Да, молодцы. Итак, пока смотр начинается. Мы в Нью-Йорке. Америка. Так, та-да-да-дам. Ну же, ну же, кто будет первый? Так, это у нас жюри. В жюри сидят все те же необъективные жюри. Так, сейчас посмотрим. А, бабушка Шуша начинает показ. Ну-ка, я такая красотка сейчас вот. Помашу всем. Привет, ребята, смотрите, какая я классная. Да. Ставьте мне 5, пожалуйста. Ведь смотрите, я как старалась. Фух, надеюсь, мне поставят 5. Хочется какое-то место занять, не знаю. Так, вот какая девочка. Девочка, ну, так простенько нарядилась. Поставлю ей 4. 4 поставлю. Ну, красиво, хорошо, но простенько. Следующий участник у нас в платье, в костюмчике таком. 4. Отлично, молодец. Хорошо, демонстрируешь одежду. Прям профессиональная модель. Да-да, еще и танец так она в конце показала. Ой. Так. Еще одна девочка с черными волосиками. Кстати, я ее встречала там.
в магазине поставлю 4. Знаете, почему я ставлю всем 4? Потому что я хочу поставить 5 моим подружкам. Я хочу, чтобы мы втроем победили. Вот бы было здорово. Она упала. Представляете, модель упала с подиума. Вот это да. Ой, а это кто? Я пропустила. Кто же это? Кто? Это, по-моему, моя подружка. По-моему, поставлю ей 5. Ой, я пропустила, как ее зовут. Поставлю 5. Это же моя подружка. Вроде бы она так нарядилась. 5 тебе. Да, вот эта упавшая модель с подиума меня, конечно, отвлекла. Я такого еще не видела. Ох, смотрите, какая красотка. Веселая подружка моя. Ева, смотрите, класс. А, кстати, у нас с ней одинаковые кофточки. Эту кофточку в прошлой игре я мерила. И юбочку тоже. Молодец, такая веселая вся на позитиве. Так, о, девочка в длин... Это вообще кто? Девочка или мальчик? Ни волос, ни лица. Ну, это двойка, ребят. Только юбку смогла взять. И маечку. А волосы где? А где лицо? Ну, так на показы моды, наверное, не ходит. Без макияжа, без прически. Двойка. Прости меня, но двойка. Так, еще осталось... О, результаты, результаты. Ой, я так волнуюсь. Так и... О, смотрите, я на 3-м месте. Ура, я на 3-м месте. А моя подружка Ева на 1-м. Ой, красотка, молодец, я тебя поздравляю. 2 подружки из 3 на подиуме. Отлично. Так, а наша подружка на 4-м месте. Чуть-чуть не хватило, чтобы быть втроем на пьедестале. Ой, ребят, я так рада. Друзья, ставьте лайки, если вам понравился мой показ мод. Не забывайте подписываться на мой канал, чтобы не пропустить новые выпуски. А сейчас рекомендую посмотреть вот эти видео.